Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть игру God of War. Так, загрузка игры. А где у меня? Вручную. Я долго думал. Даже пару видео посмотрел по поводу одного сундука. И я все-таки думаю, надо вернуться и взять его. Тем более он недалеко находится. И этот сундук мне покоя не давал. Спать не мог, есть не мог. Ну, сейчас я думаю, я с ним разберусь. Ну, по крайней мере, кучу всего пересмотрел, чтобы это... Ну-ка, пойдем. Сможем мы? Ладно. Ну-ка, давай вниз. Давай. Нам под воду надо. Он здесь. У краешка находится. Сундучок. Такой пиздопротивный прямо таки. Ужас. Пандочка. Сиди спокойно. Тихо. Давай и сюда, чтобы все мы голос слышали. Тише мыши, кот на крыше. Так, ай-яй-яй, блин, вот так вот темным-темно. Хоть этот сундук и не так важен, но, блин. Из-за того, что этот... И вот откуда-то отсюда его ловить надо. Вот. Я прям услышал, как снялись чары с этого гребаного сундука. Нет. Минутку. Так. Опять. Блин. Откуда тебя бить-то надо? Так. Сейчас попробую немножко один эксперимент такой небольшой. Блин, блинский. Ни хрена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я уверен, тут должны быть какие-то подсказки. Почему? Почему я не могу взять этот сундук? Так.
где какой ничего не разрубается то Так, и выйдет он точно тем же путем, но надо, чтобы он еще и через эту прошел. Почему так-то? Я уверен, где-то здесь подвох. Значит, надо, чтобы выше был. Как мне тебя еще-то рубить-то нах? Ты мне единственный покой не даешь. Ну-ка, а если вот так попробуй? Так. А потом мы сделаем. Нет, ни хрена, возвращается он по другой траектории. Да и пошел ты нахрен, сундук. Не надо. Посмотри, кстати, что там в сундуке. Уж больно ты мне, блядь, мозги все вытрахал. Отсюда вообще. Заморозку нахрен. Пошел ты нахрен. Не очень-то ты мне не нужен. Гребаный сундук. И тот, кто разработал этот сундук, придумал нахрен, тоже пошел он нахрен. Все, поехали. Нас ждут великие дела. И выше. Кстати, игра предполагает, что я буду возвращаться на те же самые места, где я уже проходил, поэтому я, возможно, даже туда вернусь. Давай. Поднимайся быстрее. Где наш светлый мир? Приятного аппетита. Так. У нас где-то здесь причал был. Подожди. Да. Где-то здесь был причал. Так, минутку. Перед тем, как мы туда куда-либо заплывем. Ну? Ты. Она была там? Кто? Кто? Нет, ее не было. А, мать он спрашивает. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Варь мелкая. Каждый оплакивает ее по-своему. Сука, всю душу из меня вынул. Прости меня. Я не хотел. Хотел? Да. Ты не хотел. Мало еще. Ты и глуп. Меня не знаешь. И не видал больших залуп.
Я понимаю, тебе тяжело. Все? Все высказал? Ну-ка, двигаем назад. В свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Тут еще дела. Пару дел есть. И сейчас я хочу... Хочу с ними сейчас проработать. Они небольшие, но они есть. Их нельзя игнорировать. Да что, мать-то, где тут причалить-то? Так. Первый причал. Подожди, эй, вот. Подожди. Жду. Так. Гляди в оба, сын. Подожди. На. На. Получай. Подожди, подожди. Да, бля. Начал так неплохо, надо было продолжать так же хорошо. Ладно, ладно, ничего страшного, ничего страшного не произошло. Сына. Атрей, ко мне. Ладно, я иду. Да подожди ты. Ни хрена себе, не меня. Четыре топора в мясо просто меня. Из меня пар же делали. Ну ладно. Блин, блинский. Атрей, сюда. Так. Я рядом. Тихо. Грелку. Что-то мы взяли. Приемлемо. Так. Окей, на еще что-то взяли. Так, разрыв, ни хрена их, до хрена разрывов этих. Ну я знаю, кстати, где еще один или два там находятся. Они-то, как сказать, открыты всем ветрам. Пойдем. Так, там дверь, которую я не могу пока открыть. Тут сундук, который я уже открыл. Давай.
Так, мы отсюда отъезжаем, чтобы нам туда попасть, нам надо через какие-то пещеры проехать. Так, нам надо вот в эту сторону. Какой-то мост ведет. Ну давай заглянем. Вот в эту вот заглянем сейчас. Давай. Чё за нахнаги? Так и должно быть. Стой, назад. Мы заехали по ходу дела да не в ту штуку. Давай, полный назад. Вертай, я тебе говорю. Малой, ну давай, хоть басню какую-нибудь расскажи. Давай, про Штирлица что-нибудь. Давай. Ты ночь до Штирлиц топил печку, на утро печка утонула. Давай, жги. Эх, малой, малой. Че, вам анекдот рассказать? Ну, давайте, анекдот расскажу. Приходит мужик домой после длительной командировки. А бабки ему говорят, мол. А ты знаешь, ты когда уехал к жене к твоей, мужики сразу толпой начали ходить. Ну и что? А ты не понимаешь, в смысле, они прям в очередь стоят, в очередь. Ну и что? Да как что? Она же блядина, как же ты с ней жить-то будешь? Ты развестись должен. Зачем? Чтобы в очереди стоять? Вот так и здесь. Шутка юмора-то пока плыли. Я даже не знаю, чем вас сейчас развлечь, потому что немного, как немного, много сосредоточен. Ага. Блин. На. Сынок, молодец. Есть. Так. Мы их захреначили. Так. Бегу пока правильно. Так, какая подсказка есть? Сынок, открывай мне сундучок. Яблоко. Какое? Три из трех. Мое здоровье повысилось. Чему я, естественно, несказанно рад. Так, а значит, в этих получается что-то, да, важное должно лежать в таких сундуках. Я к этому внимания не обращал. Просто собираю все сундуки подряд и... Лишь бы было, честно скажу. Так.
Ага, вот так надо. Все, понял. Минутку. Все. Поднимаем решетку. Так, сынок, я не знаю, что здесь нас ждет. Вот пятно, которое я видел издалека. Про него я тогда говорил, что помню где. Так. Вот так. Ой. Что-то подобрал. Набор артефактов. Ладно. Пойдем сюда. Господи, я даже не думаю, что я, конечно, победю. Этого нету. Один удар. Ой. Минутку. Давай. Блин, быстро что-то меня загасили. Ай-яй-яй-яй, так не должно быть. Что ж за нахнагель-то? Нет. Сейчас подожди маленько.
Подожди, ага, сейчас. Этот, отец! Получай! Так, первый побежден. Тихо, тихо, тихо. Легендарная бесформенная субстанция из разрыва между мирами. На! А! Выкуси! Блин, я только три, да, сделал? Ну да, одна без боя, кстати, была. Так, а как мне сюда уйти? Атрей, ко мне! Ладно, я иду. Подожди, а как мне сюда уйти-то? А, вот! Подожди, нет, не так. А, вот так вот. Так. Давай, сынок. Ой, это я куда попал? Ага. Минутку. Что это? Мне в тоналке неизвестно. Ну-ка, подожди. Эй! Вот так вот надо. О, а в это сундук, оказывается? Блин, я думал, какой-нибудь подъемник. Блин, я даже не заметил, что это сундук оплетенный. Так, и что это? Редкий предмет, талисман. Минус 8, 8. Ладно. Ты плохо выглядишь. Хватит. Вот так. Ничего, сынок, я мы с тобой... Когда легко. Ну, ни хрена себе легко. Ничего, что у меня все покоцали нахрен. Я с передячим паром управился с ними. Минутку, давайте посмотрим. Это вот, который стоит. Что я подобрал? Я подобрал талисман же. Вот это талисманы. Минус 8, конечно, живучесть, но зато плюс 2 во всем, но типа плюс 2. Высокий шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при подбрасывании врага в воздух. Очень малый шанс получить защитный барьер, поглощающий урон. Ну так это выбор-то очевиден. Ой, это все продать, я даже не знаю, куда-то надо.
Так. Здесь мы все взяли, все сделали. Все, так я думаю, все, наверное, да? Так, ёб твою мать, это сундук тот? Надо, кстати, посмотреть, кто в этом сундуке находится вообще. Найти где-то видео, кто как, я не знаю, собирает, проходит или что, ну что там в сундуке. Но он не играет роли, это я уверен, потому что все важные сундуки, они под это, под такой головоломкой заточены. А там он просто стоит, и надо его просто взять, используя топор, и как-то, не знаю, принакнуть его там. Это я потом сам как-нибудь ради интереса, либо когда уже туда придем опять снова. Так. Сейчас мы давай гному выплывем. Где ты, где ты? Белая карета в стенах туалета. Человек кричит, но не слышат стены. Трубы словно вены, и бачок сливной, как сердце бешено стучит. Едет, 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 белая карета. Итак, получается, ну, я даже не знаю, если тетиву надо заряжать, нам получается сюда каждый раз, что ли, кататься? Так? Или как оно выходит-то? Как? Ага, ага. Спокойно. Так. Висит груша, нельзя скушать. Где у нас ближайший причал? На теплоходе музыка играла, а я опять стою на берегу. И это, блин, легендарный предмет висит, я уверен, наверное, скорее всего, потому что один я такой поднял уже. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Эй, Синдри, взгляни на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Где он? Да, бля. Так. Нет. Спокойно, ну-ка, подождите, давайте-ка посмотрим еще разок. Вот она, штука эта подвешена. Так, из лодки я не умею, да? Стрелять. Так. Так. Да подожди ты, блин. Вот. Я срубил эту чертову хрень эту. Давай, пошли быстрее к ней.
Вот, а убежал еще. Кто тебя просил туда бежать? Не, блин, что, зря старался, что ли? Хотя я уверен, что как. Внизу? Твою ж там, мать, я думал, что-то легендарное там. Губу раскатал, как здравый человек. За работу. Потерянный предмет. Вы потеряли предметы, оставив их на поле боя. Щелкните мыши, чтобы вызвать меню потерянных предметов. Руна поединщика. Высокий шанс получить благословение силы рун. Так. Так. Нагрудная броня, ни хрена себе. Талисман. Нет. Амулет. Нет. Так. Ну нет, я могу прокачать, конечно. Ой, еще давай. Давай, а что еще там у тебя? Просто интересно, они дороже станут, нет? Если их продавать. Так. Это сейчас, подожди, у меня сейчас стоит вот это. Чешуя мирового зверя. Где змея, звери? Так, четвертый, ну вот третий. Эти, конечно, у меня, да. Живучесть минус 8, но зато руны плюс 8, удача плюс 10. Ой, даже не знаю. Тихо. Кусок чешуи. А, я, блин, ни хрена себе, я что-то потратил, что ли, еще? Вот рубль на серебро, если только могу потратить. Если увидите брата, пусть держит грабли подальше от моего топора. Это важно. Так. Ты мне... Так. Коготь. А тебя чем порадовать? Блин, у меня только одна эта сталь. А, чего изволишь? Замерзшее пламя. Нету ни одного. Купить. Нагрудная броня. Ну вот, могу вот эту продать. Секрет любого ремесла в мелких деталях. Артефакты. Боевые трофеи, которые мне не нужны. Чары. Ну тут надо, да. Чары я пока оставлю. А вот ресурсы. Да ладно, пока мне. Купить мне не надо. Я хотел еще кое-что тебе сказать. Говори. Не можешь? Ну и молчи тогда. Так. Уходим с тобой. Я должен признаться. Говори. Эти голоса в голове. Ну, это не впервые.
Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Итак. Отсюда мы уходим, оставляя только один единственный гребаный сундук. Я то я так понимаю. Совсем понимаю, конечно, куда мне надо колесо еще крутить. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. Ага. В Мидгард. Ну ладно, как скажешь, Эр, это центр всех миров для возвращения в Мидгард. Ведь если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Конечно. Мы путешествуем, не делая ни шага. Все правильно ты думаешь. Осталось только это осознать. Что там? Радужный мост сработал, мы где-то очутились. Вот. А, нам точно сюда? А почему я не могу, допустим, открыть другую какую-нибудь, да, любую дверь, вот эту, допустим? Нет, не могу открыть. Нет, не могу. Интересное свойство у этого, конечно, радужного моста. Хрен пойми, что да как. Да, где-то тут гном. Бро, мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. А ты-то тут каким боком? Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Они соревнуются, короче, между друг другом. Но лучше захреначить. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что-то укрепил. Что знак ты сделал? Так лучше. Знак гномов один. Охренеть. Взгляни-ка. Укнул, что давай, поговори с тобой. Святой Хеймдаль, ты знаешь, что это? Сердце древнего. Сердце... А, ну да, это оно и есть. Живучий оказался. Да ладно, огромного каменного монстра нелегко убить. Ну надо же. Так, доступны новые рецепты. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из-за одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. Шеи получил по горло, в отличие от некоторых. Другое дело. Давай, смотрим, что я могу у тебя. Нагрудная броня. Нет. Чары.
недостаточно ресурсов. Купить. Вау! Нагрудная броня. Ну давай. Рубленное серебро. Так, это минус 20, это уже нет. Давай. Носи с гор. Непременно. Так. Ну давай, я вот это сделаю. Так. Так, плюс. Так, это вот плюс 9, это я уже. Так, но восстановление 4, конечно, будет. Так, это нет. Для создания. Так, а ни хрена себе, минус 2, конечно. Ну, защиту зато 23, сила минус 2, да и хрен с ним. А как мне это одеть? Ладно. С этим потом. Броня для рук. Ну тут рубленое серебро всего лишь надо. Хрен с ним. Впереди опробуй. Давай. Теперь от тебя не отхватит по кусочку. Теперь подожди. Так. Блин, вот рубленое серебро. Это поможет в трудный момент. Теперь можешь не осторожничать. Тихо. Чего тебе, мелочь пузатая? Нет, вот тебе тут как раз и не хватает то, что надо, нахрен. Что дальше? Талисманы. Пыль миров. Ни хрена себе пыль миров у меня. О, кстати, у меня что-то 26 пыли миров-то. Прочная сварная сталь у меня только одна, нахрен. Да вы издеваетесь. Ну вот, давай улучшим. Броня для рук. Подожди, а я еще не оделся. Так, и вот еще. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Так, подожди. Блин, это минус 20, но зато защита 17. Так. Так, а чем она туда тебе засунуть-то? Так, куда? Че 5?
Руны 3. Живучесть 3. Защита 2. Руны. Так, от всех темных эльфов. Так, уменьшается урон всех темных эльфов. Уменьшается урон благо так. Живучесть. Уменьшается урон. Урон от темных эльфов. Так, высокий шанс получить благословение защиты при ухудшении здоровья касса до критического уровня. Прерывать атаки. Вот так. Теперь давай посмотрим. О, блин, сила. Но зато остальные параметры прям резко падают. Так. Блин, да у меня что? У меня получается эти нахрен лучше даже, чем те, что ли? Набедренная, так, из волчьей шкуры. Вот так. 8-6, но зато руны. Нет. Оружие. +2, +2, ну живучесть -8. Никакой, да. Ну-ка еще разок. Цели, навыки. Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе... Сюда. Иду. Итак, мы куда обратно вырвались? Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Подожди. О, стой, подожди. Ты же сейчас можешь стрелять. Вот сейчас мы и узнаем, что за херня тут происходит. Ты видел портал? Там башня? Не вижу башни. Что ли? Так. Где тут колесо чертово? Понятно, только с одной стороны оно, да? Ничего страшного. Сейчас мы перетолкаем все это дело. Или оно больше не толкается? Так. Эта башня должна, по идее, крутиться. И как она должна крутиться? Как я ее крутил в прошлый раз? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно.
Подожди. Я уверен, она должна крутиться. Я в этом больше, чем уверен. Она ведь умела драться, да? Да. Да, она сражалась красиво. На. Так, а зачем? А, я сюда иду, вот с этими хочу попробовать. Давай. Заходим, сынку. Готов? Попробуем люлей навешать. Не факт, что это, конечно, получится. Так. Так, двери соорудились. На. Ни хрена тебе, что-то меня сразу так завалили. Еще разок. Давай. Сын, ты в меня вообще веришь? Ну, посмотри, какие там монстры нахрен. Так и оно нам надо. Приготовься. На. На. Бом, бом. Может, как-то особую способом, кстати, валить надо. Ни хрена себе. Долбить, не передолбить. Ты живой? Следи за врагом. Нет. Отец, нет. Я уверен, что это для меня рана. Причем не то, что рана, а рана пипец как рана. Ладно. Оставлю вам жизнь. Хрен на вас. Всякие разные. Вон там еще один. Только как к нему пройти? Это обратно все надо проходить, что ли? Так, подтвердить. Вот это. А, все, вошел. А, да что? Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути. Да, да, помню. И здесь тропа. Ветви мирового древа. Прошел.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не выкидывай из игры, пожалуйста. Ой. Кстати, я собираю средства на видеокарту. Кто желает помочь, кто может помочь. Можете перевести как электронный счет, так и на карту. Реквизиты, написанные ниже в описании, будут приведены. Вот, потому что я себе сразу так позволить не могу видеокарту, так чтобы взять их сразу, опа, и купить. Да. Поэтому то, чем может поможет мадам миссию Женева посижу. Примерно так это будет звучать из моих уст. Так. А теперь даже не знаю, куда мне с этими. Где я такое видел? Вспомнил. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. А хотя, подожди. Рэй, ко мне. Ну его нахрен. Пойдем по основной миссии. Я так уверен, что мы сюда еще вернемся. И когда мы вернемся, и тогда вот я и посмотрю. Это что? А что крутить? Куда крутить? Это мы будем крутить. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. На, порвал. Вот это для меня теперь не соперники, ни хрена. На. Вот так. Оставшиеся части диска с шифром. Да твою мать. Это как рыбалка нахрен, да? Так, чтобы призвать на помощь теннисных союзников, удерживайте ФА, понятно. Ладно, пойдем сюда. Мы теперь можем немного больше, чем раньше. Подожди минутку, где у нас там? Блин, прошу тебя, не надо зависать. Ага. Нахрена себе. Вот тебе и раз, вот тебе и два.
Волки! У меня есть волки на призыв. Они мне помогут. Сына. Я так не могу, да, наверное, еще тоже рано для этих ведьм, учитывая от цвета фиолетовый для меня еще рано, я так думаю. Ну, на всякий случай еще раз попробую разок, давайте. Для меня это еще рано. Как ни крути, у меня какая-то защита должна быть больше, я не знаю, удар мощнее там. Чтоб оп, пищуном и на прихлопнул эту тварь. Смотри, эти шесты покрывают магией ведьмы. Это сбережет нам время. Не понял. Какое время нам сбережет? Я же говорил, нам нужен ключ. Ключ, ключ. Так, ладно. Ну давай. Не висни, пожалуйста, до радуги зависни. Да что это мать-то? Место! Ага. Минутку. Да чё ты завис-то? Так. Вот он. Сразу так и не заметишь, лежит такой неприметный. Я же одну такую штуку не собрал еще в этом мире, где мы были до этого. Читай. Интересно. Очень. Это мифологию ты собираешь или что? Что это? На что влияет? Бойтесь Сейдер и его практикующих, это колдовство коварное и переменчиво, как и души тех, кто его применяет. Чем больше силы они призывают, тем меньше и остаются собой. Значит, вот так и становятся вельвами. Вельвами, как правильно, не знаю даже. Кому как угодно. Пошли, сын. Так. Правильно с тобой пришли. Правильно. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Продать. Любого ремесла в мелких деталях.
Так, это чтоб меня не смущали, я продаю. Набери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. Отдыхай, Вася. Щипай травку по всей стороне. Так. Теперь, когда я охренеть какой крутой, ну либо считаюсь таким, дай-ка я пойду посмотрю. Волки. И чё, что волки? Ну, поход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть. Да подожди ты, лезь. Лезь и не лезь. Вперед! Ага, я не могу. А! Назад! Подожди, ты чё, дебил? Творишь? Знаю я, как победить их. Осторожно! Вот так. Разобрались. Блять, ты вот даже шаг не можешь сделать, дебил. Смотри внимательно. Только отсюда эту хероту будет видно. Главное, обратно топор не призвать. Отец, можно, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Что нам здесь нужно? Хрен там. Не получается. Кто-то не выходит. Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. А вот такой теперь же. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понятно. Понял. Итак, как видим, смотрите, это черное дыхание. Видите, рожа, которую он выдыхает, черный дым. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Снять штаны, добегать. Давай. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена. Да, мои выдающиеся вокальные данные сегодня не на высоте. Работает, не соврала. Идем, закончим дело. Иди, иди, иди. Давай быстрее. Ну а тем, кто меня смотрит, те, кто подписан, напоминаю, что собираю карты, да, собираю карты, собираю деньги на видеокарту, да. Нужно обновить. Нужно обновить видеокарту, поэтому... Никуда на другую сторону они не уйдут. Но надо, надо обновить. Это вот игрушки становятся более тяжелыми. Более тяжелыми. И прорабатывать их моя видеокарта уже трудом пережевывает. Хотя считается вроде неплохой, но тем не менее прогресс стоит на месте. Поэтому даже рублю я буду рад. В любой сумме. Дальше дорога завалена. Сколько не жалко. Так. Ага. Подожди, мы разбили дыхание.
И пока мы там не уничтожим, да, или как? Или какой-то путь есть? Но тем не менее, я пока не умею разбивать эти камни, поэтому и говорить нам сейчас, в принципе-то, не о чем. Правильно? Давай, сынок. Сына, сына, сына. Ой. То непонятно, куда ползти. То, блин, сам ползет куда-то, нахрен. Мама никаких говорила, знаков и обозначений. Они появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли. Неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе, это, наверное, какой-то почитаемый великан. Ну, вообще-то там вообще красиво, само по себе даже. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Ага, ты никуда не идешь, пока только прямо по сюжету. Камерой мы можем вертеть? Камерой, да, мы можем вертеть. Но идет он сам. Его не свернуть с пути. Тот же символ, что на двери Йотунхейма, в храме Тюра. Великаны тут были. Так. А вот так проходим. Все понятно. Черное дыхание мы победили. Теперь сюда что, паломники пойдут теперь толпой? Пойдем. Эй-хо, эй-хо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Ну-ка. Вот видите, видите, почему надо прокачать компьютер. Да. Чтобы делать новые стримы, чтобы делать более удобно. Нужно новое. Конечно, сейчас они для тебя как пыль в этих быстрых врагах, очень трудно попасть. Папе надо подождать, пока они бросятся к нему и парировать их атаки. Ну, я, собственно, так и делал. Так. Здесь опять эта красная штука. Так, не помогло. Понятно. Вот, как ты туда попал? Туда попал. Ну, я камень достал, по крайней мере. Это что, смола? А что тут камень был? А что еще тут есть? Я вообще-то хотел, может, запрыгнуть там. Как в Бэтмене там покуролесить. Ладно. Тут было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Бьется! На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Это бессмысленно-то. Смотрим. Так, по крышам у нас. Загадка поможет. Так. А, вот. Руны, я могу прочесть. Руны, это ответ на загадку из чаши. Они значат свобода. Попробуем. Так-то ни хрена, кто-то замутил. Что в загадке? С этой загадкой. Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня.
А что, бывает не вросший корень? В общем, наверное, свобода. Так. Дверь. Спасибо тебе. Мне к тебе как-то... Можно сюда вот так вот как-то... Мне просто очень хочется вот... как бы это объяснить-то? Сундучок вон тут. Помоцеста. Ну давай, ладно. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Леонта! Конечно, так зажигай. Так лучше, да? Да. Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Так. Лёха! Давай. Что, никого нету? Вон они, я их вижу. Подожди. Может, пойдем дальше? Просто! Что тут есть? А, просто сундук без всяких затрат. Так, ну давай просмотрим в меню. Минус 3, минус 3, минус 3. Но ее же можно прокачать. Ладно. Знать бы еще, где самая лучшая броня, так вообще бы не парился бы. Давай. Все сюда. Аура неукротимости. Давай. Да подожди ты. На. Что-то с нее подобрали, ни хрена себе, хрен забьешь, хрен поймаешь. Так, эти ведьмы умеют призывать кошмаров, то ли создают их с помощью магии Сейдер, то ли просто достают их из своих сумок. Интересно, сколько кошмаров может поместиться в такой маленькой сумке? Ой-ой-ой. Yeah.
Собираем. Что мы тут собираем? Первую вижу, вторую вижу, где третья? И где сам сундук? Ага, оп. Хрена ты его куда потащил? На! Разрубил! Тварь такую! У нас сильные враги. Я нашел тебя. Б Н Р В Н Р. Так, а где мне камень взять? Так, еще раз. В, Н, Р. Минутку.
А. А где еще один? Вот он их. Вот так. Получилось! Получилось, сынок. Как мы взяли-то? Рок. Три из трех. Еще сила. Гнев растет мой. Так, а где я могу получить? С ними залезть не могу. Ну-ка. Вот он. Хорошо, что я без него сначала пошел. Кстати, надо камень купить воскрешение. Один раз он мне помог, и надо было его восполнить. Да. Восполнить надо было камень-то. Хоть это, конечно, и не важно, вот эта вот штука, но может какие-то бонусы золота и еще что-нибудь мне дадут для развития моего перса. Сын, сюда. Читай. Ладно. А мы как раз за тобой почитаем. Посмотрим, что там. Так, запишу это в дневник. Запиши, запиши, солнышко. Давай, сынок. Что ты мне предоставишь, какую информацию? Когда-то гора была молодой, но Мелида и он Трейс дали жизнь. Бродячие души из дальних земель, не чуждые меда поэзии, они искали вдохновение и нашли друг друга, и обрели друг в друге великую любовь. На вершине величайшей горы Мидгарда они построили тайный мост. Это место стало их домом и крепостью. Они жили здесь свободные от пророчества, знающие лишь себя и друг друга. Гора стала приютом изгнанников и творцов Йонтунов и новых друзей. Подобно маяку, она влекла к себе все новые и новые души. Даже сейчас, прячась от бури, мы не должны забывать о зовущем духе горы. Кажется, раньше эта гора была замечательным местом. Моя мама очень любила поэтов. Вот такая вот билиберда, короче. Так. Не понял. А в чем тут секрет? Эй, еще один кристалл. Так. Вот он. Ага. Вы думали, я не смог, а я смог. Вы думали, они узнали, а я узнал. Ну и далее по списку. Тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Ну-ка, ресурсы. Что-то я думаю, у меня так... прочная сварна свартовских сталь. Вот что мне не хватало. Ну ладно, прокачаемся мы потом все равно, в любом случае, но это потом. Сейчас нам некогда и негде. Вот этот кристалл, я не знаю, что он здесь делает. Можно ли его разбить и тому подобное. Так, это что у нас там? Далеко дорога твоя. Зарубил. Ты его сделал. Мы его сделали, не надо тут. Лёха!
Так, в этих быстрых врагах. Так, ага, перед тем, как броситься в бой, они топают ногами. Это поможет нам предсказывать их атаки. Топотун. Тоже мне. Аптышка, блин. Добавлено новое, так. Бестарий обновлено. Ого, сколько мертвецов. Хрен ли вы тут все забыли, кстати, мертвецы-то. Видите, что мертво. Что вам там делать? Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. А почему радуюсь, что все мертвы? Я вообще просто рад, что мы живы, а не то, что кто-то мертв. Прочесть можешь? Слушаюсь. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Дуратор, олень, что живет у мирового древа и сторожит врата Йотунхейма, из которых выходят великаны. Воистину, это гора великанов. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Да я как-то и проверять это не собираюсь. А вот он и этот сундучок. Хорошо же ты нас протолкал. Молот, молот, причем как у Тора сделан. Не знаю, почему его так изображают, но... По мифологии его изображают именно почему-то так. Зачем прятать библиотеку? Ну давайте, где вы? Пойди сюда. Этот язык я уже видел. Так. Мы не можем говорить со змеем, но его враждебность к асам не вызывает сомнений. Пока он существует, разрушение храма Тюра остается невозможным. Однако из-за его присутствия этот храм полностью погрузился в озеро Девяти. В результате наша цель – ограничить путешествие между мирами – все равно остается достигнутой. Хранитель ворона. Не вижу я еще, что здесь можно взять. Все, сына, валим. Захреначили. Потеряли пацана. Он больше не придет. Ну и тому подобное. Ладно. Конечно, ищем путь наверх.
Так, это что такое? Я знаю, что драуты не совсем безмозглые, но мне в голову не приходило, что они могут додуматься использовать щиты, и похоже, им это нравится. Придется немного изменить тактику в поисках уязвимых мест. Там еще какие-то надписи. Пойдем сюда сначала заглянем. Опа. Блин. Вот такие собираловки тоже, блин, меня немножко, конечно, калят, но тем не менее. Пойдем. Как бы то ни было, как бы то ни было. Расхреначил это все. Высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Конечно. Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Так, и что это за ужас? Хрислер. То или что может называться ужасом? Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажёг тут факел? Мёртвым свет не нужен. Смотри в оба. На. А куда ты слазишь? Так. Еще что здесь есть? Ага. Берем. Что тут? У нас, ну, рубленное серебро, скорее всего, да. Все, здесь вроде больше ничего нет. Так, небольшая подача. Ну я же просто... Ладно. Сына, не надо кричать в пещерах. И там еще что-то, господи, добывают. Так, область открыта. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Похоже, тут что-то перевозили. Похоже, тут что-то перевозили. Ага. С кем-то мощным мне здесь драться надо. Когда я возьму все-таки эту штуку, чтобы, блин, эти красные штуки убивать. Иди, как-нибудь избавляться от них. Что видишь? Вагонетку. Она ведь пригодится? Откуда я знаю? Так. Минутку, минутку.
Пойдем сюда. Сын. Давай. Идем за сундуком. У того факела механизм с шестернями и веревкой. Взял. Так. Сюда. Выходим. А, еще одна закрытая дверь. Крепко заперта. Так, 4 из 7 найдено. Но мне пока их не открыть. Эта штука не поедет. Прочесть можешь? Давай. Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай. Так, только для йотунов и еще гномов. Эта гора была по крепостью великанов в Мидгарде. После того, как они ушли, гномы выпотрошили все ее недра. Ну, это понятно. Нет. Так. Ага, сундучок спрятать решили. Не вышло. Ой. Ага, о, подожди. Прижал. Ага, только с той стороны, да? Так, ну и там какая-то цепочка. Что-то не совсем понял, мы хоть туда пришли? Не, ну пришли-то мы точно туда. Там больше вариантов нет. Блин, что-то спать какой-то. Так, ладно. Если мы туда и не туда. Кто-то здесь мощный должен быть. Точно, мне же крутить там надо эту штуку. Так, ладно. Ой. Нет, что-то да, что-то спать аж охота. Механизм похожий на гноми, но камень явно упали. Наверное, великаны не просто добывали, они жили здесь. Что помогло бы. Так, не можем, да? Блин, близкий. Ну что, зевот, впереди на кого-нибудь другого хватит. Пойдем. Открывать замок тогда нахрен.
Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Ничего страшного. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Давай. Что с этим краудом? На. Блин. Стреляют сверху! Подожди. На. Так. На. Так. Что там? Да я вас в расчёты даже не беру, вот таких слабаков. А ты что, не можешь только так? Лети за ними! На! Стрелять сверху. Чё? Все время что-то добавляется. Не знаю, как они это делают, но эти драконы накапливают в себе энергию, взрываются при касании. При этом взрыв совсем не вредит им самим. Интересно. Им при этом не больно, как бы то ни было, если такой драгун полностью заряжен, его лучше атаковать издалека. Тетя, я теперь и сам так понял-то нахрен. Почему это все после боя-то узнается? Когда мне плохо и больно. Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Так. Гном. Так. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ясное дело, это же гора. Увидимся уже только в следующем видео. Пока.